Приветствую, коллеги! На связи дядя Вова. Это вторая часть Барлезонского балета. Я расскажу о еще одном обретении своем. Вот этих вот зимних велосипедных перчатках. Вот так вот. Фотографии будут на сайте. И буквы сейчас расскажу. Значит, купил я на сайте velo-forma.ru их. Протестировал при температуре минус 2 и минус 6. Тестировал я каким образом? Я брал обычные фуфлыжные перчатки, я брал эти перчатки. Что такое? Фуфлыжные, они немножко мягче. Наши немножко, надо к ним привыкнуть. Тем не менее, торможение нормально на пистолетах, рука как там стоит хорошо, все нормально. Не пропускают влагу, не пропускают ветер, комфортно, удобно. В лыжных мне было жарко, при минус 2 мне уже становилось жарко. Также я тестировал и на других перчатках. То есть, чтобы вы понимали, тесты были честные. Тестировал на вот таких вот, это обычная шерсть вязаная, и на моих итальянских дамочках, которые не на velo-forma.ru были куплены, а Велолиги. Вот так вот, то есть я брал, ехал. Недостаток этих перчаток в том, что, понятно, мерзнут пальцы. Пальцы начинают мерзнуть сразу и становится некомфортно. Но следите за тем при покупке или при консультации в магазине, чтобы была нормально вещь вот эта. Здесь не годится. То есть, чтобы было все нормально заточено под нас, велосипедистов, чтобы было удобно, чтобы была сцепочка, ну и чтобы был размер. Ну, как бы что, осталось купить пулемет и там вертолет. Я буду, в принципе, счастлив. Зимняя велоформа уже есть вся. В следующем видео я расскажу про виндстоппер футболку, про специальные носки и зимние бахилы. У меня до этих пор не было ничего такого. Ну, на этом все. Катаемся, дамы и господа.